Здравствуйте, друзья! Вас приветствует мастерская «Золотой сундук». Сейчас мы находимся на ярмарке «Авторские штучки» в Санкт-Петербурге. Здесь у нас вот представлены сумки начала 15 века, 14 века, также начала 15 Европы, Руси. Вот. Несколько сумок из игры «Ведьмак», из нового, интересное портмоне с различными клеймами. То есть сейчас у нас появились клейма с «Игрой престолов», Старки, Ланнистеры, Баратионы. Шляпа Весемира, которую многие фанаты «Ведьмака» могут узнать. Стоит ее надеть, и сразу приходит время кадрить мозелей. Вот эта шляпа уже сделана с миниатюры 17 века, которая изображает чумного доктора. Кстати, и маску этого доктора вы можете здесь видеть. Что, в принципе, получился такой комплект, который можно собрать, прямо вот у нас заказать и то, и другое. На самом деле, у нас получилось, как бы, хотели мы сначала заниматься исключительно ведьмачьей темой, но так как некоторые виды производства требуют определенных мощностей, нам пришлось расширить круг фэндомов, чтобы заработать, как бы, деньги на реализацию ваших желаний и наших, как бы, тоже, потому что они во многом совпадают. Вот, поэтому мы захватили область исторической реконструкции, потому что это все-таки больше историческая реконструкция. И внезапно она очень хорошо пересеклась с косплеем, так как вот, собственно, аналоги вот этой маски и шляпы. У меня также был сделан в таком же стиле абсолютно костюм чумного доктора, который взял в свое время приз зрительских симпатий на косплей-фестивале. Это печати чистоты по вселенной Вархаммер. Пластика сделан, сама печать. То есть также подготовлен обычный виниловый магнит, то есть вполне удобно ставить на холодильник. Мы недавно сделали копии монет по Ведьмаку. То есть это, соответственно, мы заказывали штампы, делали чеканку. Вот, вручную все это делали. То есть если вот эта монета, Темерский Орин, он присутствовал в игре, то есть это просто копия, то вот эти Нильфгаардский Флорен и Новиградская Крона — это именно наш дизайн, который мы сами разработали, который мы сами сделали. Также несколько слов хочу сказать о кружках. То есть у нас до сих пор в мастерской идут такие сильные споры. То есть кто-то считает, что следует выпускать больше кружек с различными изображениями тематическими, а кто-то считает, что, как бы, следует делать изображения именно авторские. В данных вариантах кружек, то есть эти изображения у нас приобретены у автора, и он старается, помимо нас, как бы, ну вот это, по крайней мере, изображение, то есть не распространять. То есть вообще цены мы всегда стараемся, как бы, делать минимальные. Вот, под наценкой я имею в виду, как бы, те деньги, которые идут именно на развитие мастерской, а не на оплату труда сотрудников. Спасибо, что вы с нами. Приходи, ждем вас в нашей группе ВКонтакте, ждем вас в нашем Твиттере и также в Инстаграме. То есть также следите за новостями в нашей группе, и вы сможете найти нас на различных ярмарках в различных городах России.